Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». В этом обзоре речь пойдет про утюг Philips GC4908. Сейчас предлагаю вам подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами вы найдете в описании. После просмотра делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Модель утюга в классическом черном цвете с эргономичной ручкой и удобным управлением. Шарнирное крепление провода с возможностью поворота на 360 градусов исключает перетирание шнура у основания, а длина кабеля не ограничивает свободу движений. Паровой удар до 250 грамм для разглаживания жестких складок. Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки. Подача пара до 55 грамм в минуту для быстрого разглаживания складок. Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50% больше пара и складки разглаживаются быстрее. Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго. Для предотвращения появления влажных разводов на полотне предусмотрена противокапельная система, не допускающая утечки воды из отверстий. В режиме вертикального отпаривания можно освежить одежду на вешалках или портьеры на окнах, не снимая их. Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут в вертикальном. 3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата. Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения. Превосходная подошва Steam Glide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Отсутствие керамической накладки. Непродуманное хранение шнура. Черный цвет не для утюга. Громоздкий. Так и не понял, за что 8,5 пришлось отдать. Слишком длинный шнур, нагрев практически одинаковый на всех трех метках. Нет мерного стаканчика, нет подошвы, не видно количество оставшейся воды. Жесткий шнур. Утюг льет воду. Теперь перейдем к положительным. Хорошо отпаривает. Длинный шнур плюс удобная вилка. Вес, паровой удар, качество отглаживания. Длина шнура дает больше мобильности, удобный в использовании. Отлично работает, хорошо лежит в руке. Радует функция автовыключения. Удобная ручка и управление нагревом. Гладить постельное белье теперь одно удовольствие. В комментариях вы можете поделиться впечатлениями, а также поддерживайте канал лайками. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. До скорой встречи на канале «Современные родители».